Друзья, я думал, что ни для кого не секрет, что в 21 веке можно зарабатывать деньги через интернет. Но, как я понял, многие даже не знают об этом. И поэтому сегодня я делюсь с вами отличным способом. Все, что вам нужно, это просто зайти в описание под видео и начать зарабатывать и жить в свое удовольствие. Удачи, ребят! Сделал из Лада Rolls-Royce. Думал, все будут завидовать, но почему-то все смеются. Бывают очень качественные реплики автомобилей, их даже подделки язык назвать не повернется. Но в основном у энтузиастов крайне редко получается сделать нечто качественное. Чаще всего автомобили выглядят невразумительно и очень далеко от оригинальной версии. Но бывает еще хуже. Этот пример абсолютной визуальной катастрофы как раз перед вами. Кому-то в голову пришла идея сделать из Лада Rolls-Royce. Зачем это нужно было делать, тратить деньги, время и какова была цель создателя этого чуда, остается по ту сторону фотообъектива. Мы же лишь можем предположить, что данный проект — это всего лишь шутка, прикол, сделанный для того, чтобы насмешить людей. Но если автор сделал машину без намека на шутливость, тогда мы можем поздравить его с крайне оригинальным чувством прекрасного, вернее, его отсутствием. Это подобие автомобиля Rolls-Royce стало обладателем массивной хромированной решетки радиатора. Скорее всего, эта решетка была сделана из части забора или гриля барбекю. По капоту от сверкающей решетки пущены хромированные лучи. Они, наверное, должны символизировать богатство и достаток. Сам капот зачем-то был тоже изменен. Закруглены углы, по центру добавлены 3D-элементы. Бампер также пошел под замену вместе со всей передней частью Франкенштейна. Это главная стилистическая деталь, наиболее близко подводящая Лада ко внешности Фантом. Элементы тюнинга, которые по какой-то причине также должны сделать из Лада английскую люксовую марку, были добавлены в заднюю часть автомобиля. По бокам добавлены еще некоторые детали, и вот вуаля, Rolls-Royce из Лада готов. Нет, у ребят явно что-то не то со вкусом. Уважаемые товарищи, если вам не понравилось, как я зачитал этот видос, вы можете поставить ему дизлайк, а также отложить небольшую личиночку в комментариях. Всем пока!